Здравствуйте, мои драгоценные! Меня зовут Юлия Коплюк. Я основательница магазина украшений из натуральных камней «100% Урал». Сейчас я нахожусь в баре «Негодяя» в Екатеринбурге. И сегодня в эфире новая рубрика «Завтрак с ювелиром», где я общаюсь с интересными людьми. Герой этой серии – фотограф Павел Возмищев. Паша, привет! Привет! Я знаю тебя как свадебного фотографа. Сейчас свадьбы в классическом понимании не проводятся. Чем ты вообще занимаешься в эти смутные времена? Смутное время, да. Во-первых, свадьбы не отменились полностью. Они частично перенеслись, частично ушли в какой-то более узкий формат, то есть семейный формат. И помимо фотографии, вот именно свадебной, я занимаюсь еще курсами. То есть преподаю онлайн-школы и онлайн-курс. Это направление сейчас особенно развивается, ну и я тоже туда как бы погружаюсь. И третье направление – это фотостоки, это фотобанки, это продажа на мировой площадке, которая не зависит от каких-то рынков, не зависит от рубля, не зависит от России. То есть это покупатели, которые по всему миру. И это направление сейчас популярно и, можно сказать, актуально, потому что вот в этот кризис нужно каким-то образом подстраховываться. Свадьбы – это здесь, в России или в Екатеринбурге. Курсы – это условно СНГ и русскоговорящие, а фотостоки – это весь мир. Почему во времена айфонов нужно до сих пор нанимать профессионального фотографа? Съемка – это не только фотография, но и сервис, который фотограф дает как бы своему клиенту. Это и общение, это и подготовка к съемке, то есть мы обсуждаем много моментов. И плюс технические приемы, которые невозможно повторить на телефон, невозможно повторить на какие-то, может быть, упрощенные технические средства. Вот, это вещь, которая, ну, может быть, спорит с телефоном сейчас, но мы все равно как бы должны, можно сказать, опираться на классику. Классика – это там хорошая техника, которая справляется, можно сказать, в плохих условиях. И плюс сам фотограф как личность, который создает некий пакет услуг, который, скорее всего, не получится при съемке, когда снимает подруга или мама, или вот кто-то из знакомых просто с телефоном. Фотосессия – это особенное событие. Отличный повод надеть платье, подобрать к нему украшения от 100% Урал, сделать прическу и профессиональный мейкап. И ты получаешь удовольствие не только от результата в виде красивых фотографий, но и от самого процесса. Здесь даже не просто вот именно фотографии, а хочется вот все вот эти нюансы ощутить. Что фотограф поможет со студией, фотограф поможет с позой, он имеет опыт работы с разным светом, умеет, ну, так сказать, подходить к любому клиенту и находить общий язык. И это вещь, которая идет в комплекте с фотографом. То есть покупка дорогого фотоаппарата не делает тебя фотографом, так же, как и там, использование айфона или другого технического средства. Но если ты в этой сфере давно, то даже на телефон ты справишься абсолютно без проблем. Самое главное, кого вы заказываете, а не с чем он приходит. А чувствуешь ты себя как фотограф-психолог? То есть ты можешь раскрыть на фотосессии человека и заставить его примерить какой-то абсолютно кардинальный новый образ, попробовать что-то новое? Здесь я, наверное, больше ориентируюсь на опыт, поскольку тяжело, так сказать, сказать о себе, что я там все могу. Но поскольку снимаю уже 8 лет и, собственно, всякие виды клиентов были, поэтому ты просто видишь, что с этим клиентом нужно так общаться, с тем так общаться. И здесь еще во многом играет роль соцсети. Позиционирование в соцсетях приводит определенного клиента, который уже на твоей волне. То есть он знает твой стиль. Он, возможно, следил какое-то время за тобой, прежде чем записаться. То есть ожидает определенный результат от тебя. Обычно обращаются к специалистам, ожидая определенный результат, а не просто приходя наугад. При этом мы всегда открыты к новым идеям, мы всегда обсуждаем. И в процессе вот, подготовки можем что-то такое интересное для клиента придумать. И это круто, то есть это процесс, который нравится всем. И мне реализовывать какие-то идеи, и клиенту получать новые фотографии. А как ты себя позиционируешь? Я позиционирую себя как такой светлый фотограф, свадебный фотограф. Воздушная пленочная фотография – это вот та стилистика, которая мне близка. И, соответственно, приходят люди, которые прям скидывают мне же мои фотографии часто и говорят, мы хотим вот так же или хотим что-то близкое. В связи с коронавирусом появились новые форматы и тренды фотосъемки.
Например, последний каталог Zara отсняли по FaceTime. Или на обложках журналов стали появляться люди в масках или вместо моделей врачи. Как вся эта ситуация в мире повлияла на мир фотографии? Мне кажется, что это временный тренд, который сейчас просто собирает популярность, собирает некий охват. И, естественно, бренды, они 100% всегда на вершине вот этого стиля, на вершине хайпа, и они всегда будут пользоваться трендами. Но касаясь вот именно классической фотографии, чего требуют клиенты? Качество, требует определенной картинки и, ну, то есть определенного подхода, что нельзя сделать на расстоянии, потому что сама съемка – это процесс общения. Его невозможно сделать далеко. Вот, то есть свадьбы сейчас проводят в онлайне и делают там, типа, трансляции из разных мест, но свадьба – это общение людей, которые давно не виделись, и поэтому все вернется вот именно к классике. Выпить за столиком, поболтать, поговорить, увидеться с друзьями, мне кажется, это вещь, которая останется неизменной. Сейчас все снимают видео и перебираются из Инстаграма в ТикТок. Не думаешь ли ты, что фотография устарела? Я думаю, что нет. Фотография достаточно долгую историю имеет, поэтому вот это отхождение от фотографии или наоборот там какие-то тренды по видео, они тоже временны скорее. И все равно останется классика, которая нужна людям. Это некий запрос общества. Для журналов нужно снимать. Невозможно использовать видео в печатной продукции. Невозможно в некоторых сферах использовать видео. Поэтому фотография, возможно, видоизменится, но в любом случае останется. Как распределится рынок, это время покажет. Сейчас границы закрыты, и такие популярные для съемок локации, как Италия, Черногория и Бали, нам недоступны. Ты много путешествовал и снимал в России. Расскажи про свой топ-5 мест для красивых фотографий внутри страны. Топ-5 мест – это выехать за город и 10 минут ехать по трассе в любую сторону. В любую сторону? Да, потому что все красивые места, они чаще всего неизвестны. А чего не хватает городскому жителю – это какой-то природы, той вот натуральности, которая есть как раз-таки за городом, есть на природе. И до того, как ездить по Европе, вообще куда-нибудь далеко, мы ездили просто с палатками даже по России, вот в соседней области. Ночевали на красивых местах, и многие места отложились в памяти, и со временем я вернулся туда уже со съемками. Очень много интересных мест и совершенно не раскрученных. Поэтому здесь я бы не сказал, что у нас какие-то проблемы с этим. У нас проблемы с архитектурой, но с природой проблем у нас абсолютно нет. И любой фотограф, ну вот, кто в своей нише разбирается, он посоветует там 10-20 мест, куда можно поехать там, со свадьбой, с портретом, куда угодно. Вот в эту неделю, сейчас как раз погода хорошая, цветение, у меня было 7, по-моему, съемок около того. И все 7 мест были вне парков, вне центра города, были на природе. И все места не повторяются. И озера, и красивые каньоны, всякие горные вот эти вот какие-то пейзажи. Все это доступно. Не больше 15 минут мы всегда ехали вот от города. У тебя уже вообще получается очень много съемок именно с уральской природой. У тебя был фотопроект, в котором мои украшения участвовали, с Mountain Loves. Да-да-да. Как-то так называлось. Вот. И еще несколько, по-моему, было также у тебя на Ютубе выложено бэкстейдж с этих съемок. Угу. Вот в этом плане, конечно, Урал добавляет вдохновение. Ну, знаешь, я ездил в разных регионах, и природа просто разная. Урал — это одна тема, это прямой лес, это бесконечные леса. А в Крыму такой извилистый лес, интересный лес. И совсем другие виды деревьев, виды травы. Кустарники, которые не сочетаются с нашими. И ты приходишь как на совершенно новую землю, как будто ты в другой стране. А едешь на север в Сибирь или куда-нибудь еще в новом направлении, и там совершенно меняется природа и ландшафт. И это все можно обыграть абсолютно несложно. Плюс природных локаций в том, что там ничего не мешает. В отличие от города, когда мы выходим в парк, там есть люди, голуби, помойки и вообще все что угодно. А на природе нет никаких проблем развернуться. Горизонтальный, вертикальный кадр клеются без проблем. В городе горизонтально поснимать очень тяжело. То есть реально нужно отслеживать, кто сбоку, где реклама загорелась, где провода электро или еще что-то висит. Не ко всем съемкам подходит природа по стилю. Все-таки пара определяется со своей стилистикой свадьбы, и после этого мы выбираем места, а не так, что типа вот я знаю крутые места, и мы поедем в любом случае, даже если платье не подходит. Вот, то есть так не бывает. То есть получается, сначала формулируется общий стиль съемки? Конечно.
Для этого есть организаторы, для этого есть декораторы, которые формируют мудборд, подборку идей того, как это должно выглядеть. Цветовая гамма, стилистика одежды, стиль даже обработки, он тоже подбирается под вот конкретную идею. И вот даже украшения, они подходят под определенную стилистику съемок. Была природная съемка скалы, и отлично подошли украшения. Все эти вещи, они должны подбираться под идею. Никак не может быть наоборот. Чаще всего молодожены приходят с идеей уже готовой, или это рождается все в процессе? Здесь есть несколько путей. Когда я снимал в бюджетных свадьбах, молодожены приходили с полным нулем и спрашивали меня. То есть они не знали, что хотят. Сейчас, когда ценник поменялся, клиенты поменялись, они лучше готовятся к съемкам. И они уже имеют некую концепцию. Они даже выбирают фотографов по стилю. То есть ко мне приходят те, кому близка эта картинка. Но ко мне не приходят те, кому, допустим, нужны другие фотографии. Они понимают, что есть градации фотографов. Плюс есть организатор-декоратор, который обычно бронируется чаще, чем фотографы. И декораторы уже подсказывают общую стилистику зала, одежды и всего-всего. То есть это все как бы уже есть у пары, когда она обращается к фотографу. Но я всегда подскажу, что нужно сделать, если у них нет идей. Я всегда говорю, у вас есть деньги, у меня есть куча идей. И на первой встрече я могу с десяток просто вариантов разложить, куда поехать, какой стиль одежды, цветовую гамму, все варианты альтернативные предложить. И это нравится, это и есть сервис. Мы еще не заключили договор, но люди видят, что я разбираюсь в теме. Я могу на ходу советовать места, могу советовать отели, там, студии, все что угодно. Ну и куда, на твой взгляд, этим летом мы все поедем? Это будет Крым, или это будет Сибирь, Байкал? Мы поедем на загородные дачи, вот эти всякие загородные клубы, mm-hmm. потому что куда-то в другой город ехать особо нет смысла. Ехать на юг можно, но где-то не тот уровень Европы, к сожалению. И поэтому ты отдаешь при поездке на юг почти столько же денег, а получаешь намного ниже. Поэтому нет смысла вот метаться между этими направлениями. Лучше сделать это где-то здесь недалеко и выбрать просто хорошее, красивое место, крутую стильную локацию, там, какой-нибудь загородный клуб, который вот современный. И в этих местах получаются прекрасные фотографии без затрат их на переезд, там, каких-то сложных вещей в организации. То есть все получается кайфово. При этом поездки по России сохраняются, то есть люди часто выезжают на свадьбу. У меня тоже много запросов были, где пара живет в своем городе, я в своем, а мы встречаемся в третьем для съемки. То есть они туда вывозят гостей или едут сами. Эта вещь, мне кажется, все равно останется. Тем более сейчас билеты подешевели почти в два раза, так что я думаю, что вполне возможно мы будем ездить просто по России. Открывать для себя красивые места. Конечно, я очень хочу на Алтай. Прям давно мечтаю, я там не был, к сожалению. Хотя объездил очень много всего. Но я сейчас хочу просто туда поехать и вдохновиться. И со съемкой. Провести еще парочку съемок. Конечно, я обычно всегда еду в город и набираю там съемок разных проектов. Воркшоп могу сделать, могу курсы сделать. То есть полноценно забиваю свое время, чтобы привести максимум контента. Ну, это тоже получается интересный способ познания города и вообще региона. То есть ты под своим профессиональным углом рассматриваешь его, и, возможно, люди, которые живут в этом городе, они даже не подозревали о том, что вот вокруг такая красота. Здесь прям вот несколько историй есть. Я всегда ездил по России с тем, чтобы получить максимум информации о городе, об историческом каком-то месте, и в том числе о природе, то есть какую-то новую архитектуру, природу увидеть. И всегда набирал разных людей, и в процессе мы общались. То есть вот я спрашивал, куда пойти, где самые клевые бары, куда можно вечером сходить, куда можно пойти рассвет встречать. Все вот эти пункты я собирал от разных людей. И это не подборка из Гугла, это подборка именно людей, которые живут и которые лучше знают, куда нужно пойти человеку. У меня был стандартный вопрос всегда. Давай топ-3 места, которые вот ты сходу можешь назвать. То есть те, которые не нужно вспоминать, которые вот на слуху и вот в памяти быстро всплывут. И у меня формировался такой большой список тех мест, куда можно вот пойти поесть, пойти там красиво поснимать. Любая поездка – это большая подготовка была раньше. Я всегда читал историю города, читал какие-то факты о городе. Это было мне просто интересно. И со временем я видел, что иногда я настолько заморачивался, что узнаю лучше, чем местные. Я говорю, о, это памятник Александру Третьему, там, а тут парк должен быть, а еще говорят, у вас в парке есть Wi-Fi. То есть я это все прочитал в инете, и они такие, о, да, реально, то есть некоторые вещи они не знали.
Это было интересно, но со временем, когда поездок стало больше, времени не было готовиться и пришлось, ну, как бы сокращать. Но все равно я всегда спрашиваю, съемки — это общение, и вот информацию, которую я могу дать и получить, это самое клевое. Какой у тебя любимый город для съемок в России? Это 100% Казань. На втором месте это юг. Не могу назвать один город, но там Сочи, вот это все побережье, оно клевое. При этом сам город мне не очень нравится, но природу я безумно там люблю. А вот Казань — это та концентрация крутых людей, крутой архитектуры и жизни, которая сделана для людей. Ты ходишь, гуляешь и прям получаешь настоящее наслаждение. Я там был раз в 15, наверное, и раньше, едя в Москву, я проезжал обязательно в Казань, брал 2 дня, чтобы погулять, брал еще съемки в это время и двигался дальше уже на работу в Москве. А здесь, в Екатеринбурге, у тебя есть какое-то особое любимое место? На самом деле, Екатеринбург меня начинает бесить примерно через 2 месяца, когда я здесь нахожусь. Примерно вот после этого нахождения я покупаю билеты, неважно куда, и просто еду, чтобы вот взбодриться. И за вот этот момент я соскучиваюсь по городу и возвращаюсь с удовольствием. Почему Екатеринбург нравится? Дело в том, что здесь правильный баланс рабочих людей и слишком долгих задержек в работе. Вот что имею в виду? В Москве очень активная жизнь. Там все работают, и максимально быстрая скорость жизни. Она выматывает. В Питере все чилят, все отдыхают, и, собственно, ты хочешь что-то быстро, но ты не можешь там этого получить, потому что всем пофигу. Ну, ждем разрешения ситуации и будем гулять и путешествовать по всему миру. Да. Спасибо тебе за беседу. Спасибо. Фотографии формируют наши воспоминания о прошлом. Глядя на них, мы погружаемся в эмоции, которые испытывали в то время. Поэтому хочется, чтобы фотографии были красивые и качественные. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и напишите в комментариях, в каком месте в России вы бы хотели побывать. We'll be right back.